Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с подхода к Крымскому мосту. Сегодня мы его начинаем с окраины Багерова, как вы уже видели. И покажу вам путепровод через две дороги. Автомобильную, Керчь-Багерова, Чистополье. И рядышком будет железнодорожная. Эту эстакаду строят в рамках проекта Крымского моста. Для чего она нужна? Дорога автомобильная и железная рассекают Багерово на две части. Чтобы попасть вот с левой стороны на правую, делают эту эстакаду. Потому что как раз проложат еще один путь до Чистополя, электрифицируют ветку от Багерова до Чистополя 10 километров. И будут ходить поезда, и все, какие сейчас есть переезды через эту ветку в Багерово на ту сторону, их ликвидировать должны. Ну и чтобы не отрезать от жизни правую сторону, если ехать в Чистополе, то делают эту эстакаду. Ну и вот, собственно говоря, мы сейчас посмотрели с вами уже заезд на нее. Видите, там уже первый слой асфальта положили. А вот теперь смотрим на карту, где она находится. С левой стороны уходит дорога на Чистополе, а справа Керчь. Ну и вот, собственно говоря, это сама непосредственно эстакада с другого места. Находится она прям почти, там заканчивается поселок Багерово. И, может быть, еще по дороге 300-400 метров, и вот эта эстакада. Вот слева я вам показывал асфальт, уже там первый слой положили, практически насыпь уже готова, подъемная такая. И кто хочет попасть на ту сторону, едет до этого места, заворачивает на подъем и пересекает. И автомобильную, и железную дорогу здесь все одновременно делают. Вот она. Я ей не уделял внимания, но я знал, что она есть. Мои зрители попросили как-то, почему ее не показывают, спросили. Ну и вот я выбрал время и съездил на маршруточке. От Керчи до Багерова маршрутка 24 рубля стоит. 10 километров. От Керчи до Багерова, от Багерова до Чистополя еще 10. Ну и вот, собственно говоря, видите, с этой стороны насыпь, как раз вот если в сторону Чистополя, с правой стороны, здесь тоже насыпь готова, уже давно готова, она уже вот зелененькая тоже. Вот катки здесь, ну, строительные и дорожные техники в достатке, практически насыпь готова, вот мы ее с вами увидели, вот еще разок. И идем с вами дальше, посмотрим, что будет у нас. Смотрите, изыскание проводили, вот у нас скважину бурили. И вот они выложили содержимое скважины. Это в районе Багерова, в сторону Чистополя дорога, на окраине Багерова. Вот эстакада. Ну вот, идем мы в сторону Багерова пешочком с вами, дорогие друзья. И лежат уже рельсы. Здесь вдоль дороги 25-метровые. Они вот здесь хорошо видно. Здесь тоже я шагами прочитал. Дальше еще на насыпи я тоже промеряю. Друзья, вот они, эти разворотные круги, про которые я говорил, когда мы летали. Это вот как раз перед насыпью они, вот этот круг. Там еще, наверное, за насыпью есть. Не наверное, а есть. Вот, с той стороны дороги и с этой. Если учесть, что дорога пересыпет, железная, эту автомобильную дорогу, то заблудившиеся будут здесь разворачиваться. Здесь, видите, все по уму делают. Вот водоотливы будут вдоль этой разворотной петли, разворотного круга. Вот там... Там у нас Керчь. Ну и вот, поворачиваемся с вами. А там Багерово. До Багерова совсем чуть-чуть, до начала поселка. Подошел почти к насыпи, дорогие друзья. Ну, явно изменения здесь. С
последнего моего посещения. Видите, гору песка насыпали. Видимо, готовятся уже к пересыпу дороги. Но дорогу саму пока не пересыпали. Сейчас подойду поближе и посмотрю. Ну вот, собственно, смотрите, едет мини-состав такой. Ну и везет вот опоры контактной сети или что там вот у него в вагоне. Ну, опять я поролон забыл, извините, дорогие друзья, такой сильный ветер. Вроде сначала не было, потом опять не было, рывками такими. Вот он погнал, немножко ему ускорение дали. И вот он в районе как раз, где пересыпать насыпь будут. И мы убедились, что ее еще не пересыпали. Поднимаясь по насыпи, дорогие друзья, багерово проехали, прошли понемножку. И вот поднимаюсь, смотрите. Здесь вот уже лежат 25-метровые. Здесь вот уже, видите, щебня наложили, шпалы лежат. Давайте пройдем немножко. Ветер то есть, то нету. Вот сейчас хорошо нету. Вот видите, насыпь, сейчас поближе подвину. И там уже катки ездят с той стороны. Ну, все говорит о том, что скоро дорогу пересыпят. Потому что здесь, как вы уже видели в моем видео, рельсы уже лежат, вон они. Сейчас тоже туда подойдем. Две нитки причем. Здесь уже вот готовые лежат. Шагами я прошел. 25 метров длиной. Вот шпалы. Сейчас потихонечку дойдем. Это в сторону моста вот дорога туда идет. Сверху было видно хорошо, что от путепровода, где должна быть объездная дорога, и вот до этого места уже готовы рельсоспальная решетка. Ну сколько здесь? Да? Метров 200. Зайдем на них и посмотрим. Вот ветер начался небольшой. Вот он щебень. И вот они рельсы. Как раз вот крепление такое же на клипсе. И вот они, две нитки. Опоры контактной сети уже с одной стороны стоят. Да, быстро. Ну вот здесь так. Вот отливной лоток здесь будет. И вот он склон, откос. Видно, что здесь уже гидропосев сделали. Сейчас поближе, может быть, кто-то разберет. Вот так. Такого светло-зеленого цвета откос. И во рву тоже, кстати, побрызгали. Вот разворотный круг. Если ехать с Керчи, как раз он будет перед... Это за насыпью, если в Керчи, а вот перед насыпью будет тоже. И вот где дорога, смотрите, сколько завезли. Ну, предполагаю, что вот эта дорога будет временной. Вот они, горы песка. Сейчас мы подойдем к ним поближе. И как раз вот там эстакада, путепровод, под которым пройдет дорога. Друзья, подошел я к этой куче. Думал, это грунт. А на самом деле это песок. Сейчас вот я его пощупаю. Вот он. Ну а мы идем с вами дальше, дорогие друзья. Посмотрим на путепровод. Видим, что работы здесь идут, уже земляные работы. Как раз вот хорошо видно, вокруг устойной опоры формируют конус.
из песка, подсыпают туда, подвозят на машинах и послойно планируют и трамбуют. Вот хорошо мы видим, погрузчиком развозит, машина подвозит, высыпает в одно место и погрузчиком развозит по всей площади этого конуса, а затем в дело вступает каток, уплотняет. Вот хорошо здесь видно насыпи. И новость сообщу вам, кто еще не знает, что проект готов дороги Багирово-Керчь-Багирово-Чистополье, ну вот, которая пойдет под этим путепроводом, ныне существующие перенесут туда. Пока пройдет тендер, выберут генподрядчика, кто будет ее строить, машины пойдут по временной объездной дороге, которая тоже здесь будет пересекать снизу путепровод. Ну, раньше планировалась дорога от порта Керчь, объездная северной стороны, объезд Керчи, потому что с парома шли все машины, но с преждевременным открытием моста необходимость в этой дороге отпала. И здесь вот сделают один кусочек, вот объезд под этой насыпью. Ну и, наверное, как и обещали, в феврале месяце дорогу Керчь Багирова закроют, как и обещал один из руководителей строительства. Ну, поживем, посмотрим. Ну, а здесь вот я немножко ускорил, такие красивые съемочки. Посмотрим, как быстро работают. Ну, вот такие вот здесь идут работы. А пока вы смотрите, я хочу поблагодарить всех, кто мне помогает с починкой моей машины. Как мне сказал мастер, ориентировочно 20 февраля должна прийти деталь. Но это ориентировочно. Так что пока ногами походим, поснимаем, посмотрим. А я на этом заканчиваю свой очередной обзор. До свидания. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всего вам хорошего, дорогие друзья, и до новых встреч.